Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Sweet dreams, да, сладкие мечты, приятных слов. Но вообще в таком комплекте вы будете чувствовать себя просто роскошно. Вы, конечно, обратили внимание на дизайн, как и я, да, чудесный принт и леттеринг, и надписи, и птичка прекрасная. Но это даже не самое главное. Посмотрите, у нас здесь невероятной выделки. Футерный хлопок, посмотрите, вот это облачко из натурального хлопка, которое дарит нам нежное прикосновение, согревает нас. Вот вам не страшно ни межсезонье, ни холода, ни плохая погода, потому что в нашем пижаме, в нашей пижаме Инесс, вы всегда чувствуете комфортно. Слушайте, ну это просто потрясающе, знаете, когда я надела сегодня эту пижаму Инесс, и просто пока ходила, вот, ну, причесалась перед эфиром, меня все подошли, обняли, потому что настолько эта пижама притягательная, ее хочется трогать, не хочется прикасаться. А внутри то, что еще и прикасается к вашему телу, это вообще что-то необъяснимое. Вот представьте, когда на небе облачко, такое мягкое, пушистое, и оно прогревается солнышком. И вот это прогретое облачком облачко, оно как будто бы вас так обнимает. Вот такие ощущения внутри. Это просто что-то сказочное. И вот надпись как раз «Лучшие мечты сбываются, когда вы этого не ждете». Вот вы не ждали согреться, вы не ждали, чтобы вас обняли, а мы дарим вам сегодня это тепло по уникальной цене нашей новинки. У нас есть два цвета. Наша Анечка выбирает для себя какао-цвет и сочетает с жилетом Энна. Я выбираю молочный цвет. Любой цвет смотрится просто восхитительно. Нежно, интересно. Мне очень нравятся размеры от 44 до 58. Это просто сказка. Кстати, Ален, как мы будем выбирать размер? Берем мы четко размер в размер. И хочу сказать, что смотри, Леночка, мы всегда проверяем наши изделия перед тем, как предлагать нашим модницам. И всегда рекомендуем среднюю или высокую посадку, потому что это возможность вам самой регулировать, скажем так, посадку брюк по талии. Вот у нас в размере 52... 32 сантиметра по шаговому шву. Плюс у нас тоже, видите, обработка правильная, эластомерными нитями, поэтому это все тянется до 40 сантиметров. То есть вы можете сами регулировать посадку до талии, на бедра спустить и чувствовать себя комфортно. И ты знаешь, вот женщины часто дома, да, покушали, да, предположим, или поправились после новогодних праздников. Никому не говори. Ну, мы никому не скажем, но все это знают. И вот очень важно, что наши брючки чудесно тянутся за счет эластичной резинки, за счет того, что само полотно у нас эластичное. И это гарантия того, что вы покупаете изделие, которое сядет на вас 100% гарантированно хорошо. И вы можете еще в пределах двух размеров поправляться или худеть, оно всегда будет вас поддерживать. Самое главное, что мне нравится ткань, это уникальная. Она такая мягкая. Во-первых, сразу по размеру подошло, а во-вторых, вот представьте, когда мы с вами ложимся в такую холодную сырую постель, она еще не нагрелась, мы еще не согрели своим теплом, а нам уже тепло, потому что на нас пижама Инесс. Мы сразу, например, ложимся, одеялом закутываемся, и уже сразу ощущение блаженства. Помните, как часто мы с вами ворочаемся и не можем уснуть, мы не можем найти свое место, потому что нам еще пока холодно, мы не можем никак согреться. Вот в этой пижаме такое расслабление сразу. Это вот, не знаю, это на седьмом небе, как будто я сейчас. Подарите себе ощущение любви и нежности. Слушай, это правда невероятно, мне очень нравится. Ну и при этом я вот смотри, абсолютно вот могу ворочаться, могу спать звездой даже, например, и абсолютно будет все хорошо, да? Да, будет все хорошо, потому что мы внимательно просмотрели конструкцию перед тем, как ее предлагать. Посмотри, здесь у нас глубокая линия проймы. Конечно же, вы знаете, что она будет тянуться, потому что мы это проверили. Самые пышные ручки будут чувствовать себя комфортно. Мне нравится округлый вырез, обработан этим кантом. Мне нравится, что грудь подчеркнута. Красиво, да, вот прям аппетитно, скажу тебе так прям откровенно. Но далее у нас полупрямой такой крой нивелирует особенности фигуры. Италия, а принт еще видно, да, и закрывает. И вы получаете, на самом деле, Италию. Длина у нас прекрасная. Леночка, можешь тебя повернуть? Конечно. Да? Ты у нас тут, правда... Меня можно сегодня вращать как угодно, потому что я вот такая красивая. 62 сантиметра. Какой у тебя размер, слушай? У меня размер? Да. Забыла. У меня
У меня мой размер. Вот ее размер 62 сантиметра длина. 50-й это размер. Плюс будет увеличиваться от размера к размеру. Брючки-то чувствуешь, да? Максимально комфортная посадка, прямые. А вы знаете, что хочу показать? Можно я похулиганю? Ленечка, ты мне сегодня позволяешь. Да, я прям приоткрою. Муж простит, я надеюсь, за обнажение нашей ведущей. Посмотрите, какой потрясающий материал. Все в тепле, по всей длине. Это мягкое футерное полотно. Представляете, вот как будто нежнейшее облачко касается вашего тела. Это так приятно. Для нас, для женщин, вообще важно окружать себя приятными вещами. У вас настроение будет совсем другое. У вас будет больше оптимизма, больше радости. Вы сможете дома, знаешь, вот расслабляться. О, да, и конечно. Восстанавливать свои силы. Вот знаете, силы. Когда мы приходим домой, мы думаем, поедем в отпуск. В отпуск мы опять одеваем какие-то шелковые наряды. Мы забываем, что наше тело требует тоже так же отпуска. И когда мы даем вот такую комфортную одежду, что мы делаем? Каждая клеточка у нас отдыхает, она напитывается, она заряжается энергией. А значит, мы чувствуем себя лучше. А значит, мы энергичнее становимся. А значит, мы становимся счастливее. Подарите себе это счастье. Подарите себе особое отношение к себе. Потому что, вот знаете, посмотрите на себя в зеркало сейчас. Откройте свой шкаф, посмотрите, в чем вы дома спите. Ведь чаще всего это вытянутые футболки и старые треники, которые давным-давно пора утилизировать. Подарите себе красоту. Это же ваше отношение к себе. Это же ваша любовь к себе. Любите себя. Представьте, зима. От окошек у нас дует. Мы так закутались, надели жилет, включили любимую передачу, и все, и нам с вами хорошо. Тем более, что качество... Вот я специально смотрела, да, и просто не могла найти какого-то изъяна. Да, я тоже хочу вам показать, что у нас качество на высоте. Обратите внимание, что у нас здесь обработка нитями армированными. Видите, вот такой блеск легкий, да? Что, о чем нам это говорит? Что эти нити особо прочные, они будут держать наши изделие. И плюс, видишь, у нас кант с одинарной подгибкой. Да. То есть сам футер не дает раздвижку, не осыпается. Это высокое качество материала. Вы знаете, что говорят психологи? Если вы хотите начать какой-то новый этап жизни, избавьтесь от старых вещей. Посмотрите на свою пижаму, выбросите ее прямо сейчас. Без прощания со старыми вещами не появится что-то новое. Как только мы расстаемся со старым, к нам тут же приходит что-то новое, хорошее. Наши мечты начинают сбываться. Тем более дома. За закрытыми дверями, когда нас никто не видит, мы должны любить себя.